Добрий вечір, шановні глядачі, шановні експерти, гості, усі, хто разом з нами сьогодні зібрався на телеканалі «Миколаїв» в програмі «Контраргумент», щоб поговорити про найцікавіші, найактуальніші речі нашого життя. Сьогодні ми збираємося поговорити про безпечне, місто. І не тільки про ту програму, яку презентував попередній мер напередодні виборів. Дуже багато про це і було розмов в нашій студії, і не тільки тут. Але і взагалі про таке поняття, як безпечне місто для кожного з нас. Що ми для себе в це вкладаємо, як ми до цього ставимося. І чи можна взагалі нам казати про Миколаїв, принаймні, якісь більш-менш зрозумілі перспективи, як про безпечне місто. Як завжди, перш ніж представити наших гостей, наших експертів, я пропоную подивитися один історичний сюжет. Будь ласка. Якщо довіряти Вікіпедії, у виникненні відеоспостереження винуваті суфражистки. Їх поведінка в тюрмі Холлоуей спіткала охорону проводити їх тоді ще фотографування з великої відстані. Адже радикально налаштовані жінки, якщо бачили камеру поблизу, всіма способами псували фото. Першу систему відеоспостереження створили німці з компанії Siemens. Було це в 1942 році. Комерцію з цього стали робити американці, які в 49-му стали випускати систему відеоспостереження Vericon. У 56-му році в Гамбурзі, Німеччина, поліція провела випробування вуличного спостереження. Через монітор дивилися за рухом транспорту та переключали сигнали світлофору. Через 3 роки вже в Ганновері та Мюнхені подібну систему використовували для моніторингу вуличного трафіку, який невпинно зростав. Ще за рік приєднався Франкфурт на Майні. Додатково через камери спостерігали за місцями великого скупчення людей. Німці в цьому плані були піонерами, а от британці першими стали використовувати стаціонарні камери в публічних місцях для забезпечення безпеки. Почалось це в 1960 році, коли на Трафальгарській площі встановили 2 пристрої, аби спостерігати за натовпом, який зібрався, щоб не пропустити офіційний візит тайської королівської родини. В американському місті Орлеан за 2 роки та майже 1,5 мільйона доларів розвернули систему охоронного телебачення на 8 камер. Протягом року представники поліцейських департаментів зі всієї країни приїжджали, аби перейняти досвід. На Таймс-сквер, Нью-Йорк, камери були встановлені у 1973 році. Втім, злочинність це не надто злякало. В 1997 році в Брайтоні, Великобританія, прийшли перші акції протесту проти відеоспостереження. Люди не лише страйкували, а й провокували поліцію, уганяючи на камеру свої власні авто, імітували продаж наркотиків. Керівництво міста та поліції акція не надто вразила, і встановлення камер тривало. За рік в одному з районів Лондона встановили пристрої, які могли вже розпізнавати обличчя із ймовірністю до 80%. Багато країн використовують камери на своїх вулицях, але саме в Британії їх найбільше у світі – 4 200 000 одиниць. Виходить, 1 на 11 чоловік. І це не кінець. Систем спостереження побільшає. І найближчі 5 років середньостатистичний громадянин потраплятиме в поле зору об'єктиву до 300 разів на день. Але є і зворотній бік. Прихильники камер на британських вулицях кажуть, що спіймати, наприклад, терористів завдяки спостереженню вдається за лічені дні. Противники апелюють, теракти це не попередило. Крім того, була оприлюднена ще одна цікава цифра. Матеріали відеоспостереження допомагають розкрити лише 3% злочинів, які стають відомі поліції. Традиційно представлю наших гостей. Сергій Кантор, депутат Миколаївської міської ради. Прошу подивитись візитівку. Сергій Кантор, депутат Миколаївської міської ради, член політичної партії «Наш край». Входить до складу постійної комісії з питань економічної і інвестиційної політики, планування бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку міста. Пройшов трудовий шлях від інженера-конструктора до голови наглядової ради публічного акціонерного товариства «Завод «Екватор». Важкий для країни час, як досвідченому менеджеру Сергію Кантору і його колективу вдається не тільки стабільно розвивати підприємство, але й підтримувати муніципальний футбольний клуб «Миколаїв». З березня 2015 року він є волонтером та головним спонсором миколаївського футболу.
Євгеній Богаченко, директор комунального підприємства «Міський інформаційно-обчислювальний центр». Прошу візитівку. Євгеній Богаченко, директор комунального підприємства «Міський інформаційно-обчислювальний центр». Позапартійний, має активну громадську позицію. Наразі опікується питанням модернізації та розвитку IT-систем Миколаївської міської ради. Себе характеризує позитивною людиною. Олександр Горпинич, командир 3-ї роти 1-го батальйону управління патрульної поліції в Миколаєві. Прошу подивитись візитівку. Олександр Горпинич, командир роти Інгульського району управління патрульної поліції у місті Миколаєві. Потрапив у патрульну поліцію після відбору восени 2015 року. До цього працював на керуючих посадах в бізнесі. Має активну громадську позицію, відданий своїй справі. Багато працює з дітьми, розповідаючи про роботу поліцейських. Налагоджує зв'язки з громадськістю. На жаль, представника житлово-комунального господарства у нас сьогодні немає, та представника головного управління поліції в місті також немає, тому замість них сьогодні будуть лише крісла. Тому пропоную представити наших експертів. Дмитро Канарський – член робочої групи з провадження системи «Безпечне місто». Костянтин Іващенко – член робочої групи з провадження системи «Безпечне місто». Ігор Пох – журналіст, публіцист. Олександр Ухмановський – політтехнолог. Андрій Лохматов – журналіст. Вадим Пашкевич – експерт з систем безпеки. Дякую, Юлю. І, як ви бачите, на жаль, не доведеться нам сьогодні заслухати начальника транспортного цеху, адже представники комунального департаменту, який безпосередньо, оскільки мені відомо, у міському конкомі відповідає за те, що те, як працюють ці камери, які були започатковані ще попереднім мером, і, власне, представників керівництва поліції, яка, чи міліції, я тут вже зараз перепрошую, якщо щось з термінами плутаю, бо я вже ніяк не зрозумію, хто є хто. Втім, хотілося б дуже почути, справді, керівництво наших правоохоронних органів області, втім, і ті, і інші просто сказали, що вони сьогодні не прийдуть. Тому, якщо ви хочете, шановні глядачі, поставити питання, а чому ж це так, чому ж вони не відповідають, то знаєте, що вони просто не хочуть з вами розмовляти. І перш ніж дати по хвилині кожному з наших гостей, як це ми завжди робимо на початку програми, я хочу ще запропонувати вам один сюжет, вже безпосередньо про те, як розпочиналася історія з цією програмою «Безпечне місто у Миколаєві» і на якому ступені, на якій стадії вона знаходиться зараз. Будь ласка. Проект «Безпечне місто» стартував ще у 2008 році, але остаточно не був продуманий, тому працювали над ним довго. Активно зайнявся цим питанням у 2014-2015 роках Юрій Гранатуров, на той час миколаївський міський голова. Півроку тому у ток-шоу «Контраргумент» обговорювалось питання реалізації першого етапу проекту з усіма нюансами. В следующем году в городе Николаеве будет установлено 300 видеокамер, которые имеют большое разрешение и разворот на 180 градусов, то есть камеры нового поколения. Но это еще не все. Мы устанавливаем GPS-навигаторы на весь общественный транспорт, коммунальный транспорт, и это все должно входить в общую систему. Мы создаем общую систему электронного управления городом. Кожен, хто долучився до проекту, мав свою думку та своє бачення, але тоді цим обговоренням, власне, все і завершилось. І вже новообраний міський голова Олександр Сінкевич на початку цього року, коментуючи реалізацію першої черги програми «Безпечне місто» в частині капітального ремонту системи зовнішнього відеонагляду, заявив, що потрібно більш детально дивитися на співвідношення кількості і якості камер. Камери, які були встановлені, вони дають зображення нужного качества. Можна відбувати те количество, то більш качество. Програму продовжуємо. Сейчас приймається рішення о том, кому буде передано на баланс все это оборудование. До речі, майнова належність проєкту все ще не визначена. Принаймні, Національна поліція одразу від нього відхрестилась.
Управление национальной полиции отказывается брать на баланс, но мы, в принципе, не особо хотели. Як розповіла Марина Калина, головний спеціаліст відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Миколаївській області, матеріалами з камер відеоспостереження правоохоронці користуються у разі необхідності. На жаль, якість зображення не чітко фіксує риси обличчя. Поліцейські дуже часто використовують записи з відеокамер, якщо у поле зору цієї камери потрапило те чи інше скоєння правопорушення. Якість зображення могла бути і кращою, розглянути лице тієї чи іншої людини, ну, на жаль, неможливо. Проєктом бюджету Миколаєва на 2016 рік передбачається виділення 3 мільйонів гривень на придбання і встановлення камер відеоспостереження. Ремонтні роботи у майбутньому центрі оперативного реагування, де планується розташувати службу спостереження, вже ведуться. Крім того, Олександр Сінкевич запропонував відкрити доступ до відеоспостереження для всіх городян, щоб вони мали можливість в онлайн-режимі спостерігати за життєдіяльністю міста. Якщо проєкт «Безпечне місто» підтримують депутати, то будуть придбані додаткові відеокамери для встановлення у місцях масового скупчення людей. Але коли буде прийматись це рішення, мер не зазначив. До речі, доцільно було б співпрацювати у даному напрямку з міським управлінням поліції охорони, адже це специфіка їх роботи, на якій вони добре розуміються. Применение камер ефективно. Оно дает свой, будем говорить, эффект и довольно значительный. Это уже показали примеры и города Киева, Донецка, крупных городов. Эффективность зависит не только в том, что город Николаев или, допустим, Южноукраинск, Первомайск будут сами устанавливать за счет городского бюджета устанавливать камеры. Зависит это в том, чтобы был решен вопрос комплексного использования не только камер, которые принадлежат городскому бюджету, но и тех камер, которые устанавливаются на многих предприятиях, учреждениях, там, частных фирмах, государственных. И чтобы это все было в одном контексте. И правоохранители имели возможность в любой момент, когда возникает такая необходимость, ими воспользоваться. Але на думку Сергія Колбягіна, дуже важливо чітко розуміти всі нюанси відеоспостереження. Адже неконтрольований доступ до відеонагляду може дати і злочинцям можливість отримувати будь-яку інформацію. Шановні глядачі, я нагадую, що за 12 хвилин ви вже побачите на ваших екранах телефони гарячої лінії, зможете зателефонувати безпосередньо нам в ефір. А крім того, можете дивитися нас на нашому сайті в Николаєві.Інфо, там іде пряма трансляція, не тільки на ваших телеекранах. І крім того, будь ласка, через Фейсбук або на моїй персональній сторінці, або на сторінці програми «Контраргумент» ви можете задати ваше питання, ваші коментарі тощо. Ви знаєте, що я намагаюся їх озвучувати в ефірі також. І покінчивши з цими обов'язковими оголошеннями, я задоволенням передаю слово нашим гостям для того, щоб кожен з них протягом хвилини окреслив своє бачення тієї проблеми, яку ми зараз збираємося обговорювати. Оскільки кожен з них представляє, так би мовити, окрему галузь тієї проблеми, про яку ми кажемо, я впевнений, що разом вони складуть певну цілу картину. Будь ласка, Сергій Анатолійович. Ну, как координатор рабочей группы, я с этих позиций, в общем-то, и попытаюсь сформулировать ситуацию сегодняшнюю. Значит, хочу всем напомнить и всех вернуть к прошлой передаче, где я говорил, и сегодня я повторюсь для того, чтобы, в общем-то, мы развернули вектор передачи в нужную сторону. Итак, стояла задача перед рабочей группой, вот. Она стояла, так скажем, была поставлена в большей степени политически. Вот. Почему? Потому что на тот момент, так скажем, определенный был задел, вот, как негативный, так и позитивный. Там установлены были камеры, работали, не работали, еще была определенная в этом вопросе неразбериха. И потому рабочая группа прежде всего основную часть своей работы посвятила, так скажем, как бы изучению данного вопроса, в каком он состоянии в городе, в меньшей степени, в большей степени в других городах, где они реализованы. И было принято решение о конфигурации платформы, на которую садился этот безопасный город, она была принята открыто. Вот. И о той задаче,
решалась задача, подзадача безопасного города, она называется «Правопорядок». И потому, в общем-то, когда мы вышли уже на этот уровень, и были определены, исходя из, так скажем, заявок или видения правоохранительных органов, в основном участвовала милиция в этом вопросе, ну, полиция по нынешнему, да, вот, были сформулированы те точки, где необходимо было установить камеры, и именно через призму задачи правопорядок. Правопорядок подразумевает собой в основном обзор перемещения горожан, значит, в зоне работы камеры. Естественно, в процессе запуска камер, когда уже почувствовали, подержали в руках, значит, этот вопрос, посмотрели, конечно, захотелось большего. Вот. Но задача большего, она не решалась. Был ограниченный бюджет, бюджет был 1 200 000 обозначен, хотя мы уложились в сумму 1 060 000, если не ошибаюсь, около этого что-то. В процессе работы мы, в общем-то, увидели определенные моменты, которые хотелось бы уже доработать, но учитывая, что паровоз уже двигался, решили это сделать на втором этапе, который будет реализовываться в этом году. Что касается этого года, у мэра было проведено несколько совещаний по данному вопросу. Вот. Были, еще раз мы вернулись в историю, дальше он высказал свое мнение по данному вопросу. Бюджетный процесс затянулся, он только вот сейчас, в общем-то, во вторник вышел на финишную прямую. Вот. И дальше, дальше за этим следует работа кропотливая, незаметная, которая, в общем-то, позволит сделать шаг определенный еще вверх по лестнице, ведущей, так скажем, показателям государства Великобритании. Нам до этого далеко. Спасибо. Ну, слава богу, что все-таки не вверх по лестнице, ведущая вниз, это было бы совсем печально. А у нас сегодня не очень много экспертов, поэтому я уверен, что активно смогут принять участие гости, имею в виду наши зрители, нашей программе. И поэтому они не только получат ответ от компетентных гостей, но и смогут высказать свои собственные пожелания, вопросы, предположения и ощущения по этому поводу. Единственное, уважаемые гости, прошу вас, как у нас это часто бывает, когда у нас появляется кто-то из чиновников, ему начинают звонить по поводу крыш, мусора там и так далее. Ну вот сейчас, если у нас есть представитель полиции, то наверняка ему начнут звонить и рассказывать про какие-нибудь наркопритоны и так далее. Пожалуйста, если вы хотите об этом сообщить, пожалуйста, позвоните, но только не проситесь в эфир, а оставьте ваши контакты, если вы считаете это нужным, и ту информацию, которую сочтете нужным нашему режиссеру, обязательно мы все передадим. А сюда звоните вот по теме передачи. Евгений Богаченко, ему приходится по роду службы непосредственно всем тем, что перешло от одного мэра к другому, заниматься ежедневно. И хотелось бы услышать, что там сейчас происходит. В прошлом году я не так активно участвовал в проекте «Безопасный город», хотя определенную, скажем так, долю усилий тоже приложил. В этом году я включился в этот проект уже с полной отдачей. На один из вопросов, которые прозвучали в стартовом ролике, а именно, где будет система, кто будет ей заниматься, могу ответить сразу. На данный момент система находится в процессе передачи, то есть идет оформление документов на баланс коммунальному предприятию Николаевский информационно-вычислительный центр. То есть данная система полностью обслуживаться и сопровождаться будет моим предприятием. Спасибо, Евгений. Ну, правда, не очень понятно, полгода уже как бы прошло. Я крайне далек от того, чтобы выставлять какие-то оценки, давать какие-то заключения. Я понимаю, что у каждого из нас может быть какой-то только кусочек информации. Очень хотелось бы, чтобы все вместе мы нашли нечто целое. Однако, ну, казалось бы, да, ну, Юрий Исаевич Гранатуров, да, вот решил политическими методами вот запустить проект. Хотя вот есть Вадим Пашкевич, который может рассказать об истории этого проекта. Он на самом деле достаточно долго тянулся, и там в самом деле было очень много... Именно... Да, было очень много политических нюансов, и мы сейчас об этом поговорим, Вадим, только давайте сначала закончим с гостями. И в том решении, возможно, была достаточно большая политическая составляющая. Ну, предполагалось, что
Сейчас-то, в общем, более у нас мэр айтишник. Ну, это, будучи передано в каком-то вот комплекте из рук в руки, начнет работать, ну, в ближайшее время. На прошлой передаче, когда мы говорили об электронном городе, вообще о системе услуг, о том, как это все можно организовать, тут вот было две точки зрения. Одна, это вот Александр Федорович представлял, он говорил о том, что вот мы сначала соберем необходимые ресурсы, создадим необходимое программное обеспечение, мы вот запустимся, как полагается, а уж потом мы всем покажем. Ну, с другой стороны, эксперты, в частности, Игорь Пох, и, к сожалению, Юрий Решетник не пришел сегодня, не смог до нас доехать. И Юрия не было, но как бы те, кто выступал со стороны экспертов, говорили, в том числе и после общения с ним, что они предлагали, ну, я имею в виду Решетник, предлагал некое ядро, которое называется iGov. То есть можно было уже это ядро встроить, в общем-то, в какие-то компьютеры, работающие в системе горосполкома, и уже начать некие оказание неких электронных услуг. Однако, поскольку это, так, знаете, шаг за шагом, а сразу все сделать не получается, ну вот как бы мы остались сейчас пока только на уровне разговоров. То же самое, я полагаю, ну, мне так кажется, опять-таки я могу ошибаться, происходит и на уровне вот этого самого внедрения безопасного города. С одной стороны, хочется, чтобы все было много, красиво, эффектно, с правильными камерами. С другой стороны, то, что уже есть, как-то вот не очень используется. У нас не случайно в гостях представитель полиции, причем, я бы сказал так, практикующий представитель полиции, который на самом деле на улицах ежедневно сталкивается и с преступностью, и, возможно, каким-то образом может прокомментировать работу этих самых камер. Вот, Александр, очень хочется понять, насколько те камеры, которые есть, а у меня есть достаточно много вопросов по этому поводу, мы сегодня о них поговорим, на сегодняшний день эффективны в борьбе с преступностью? Дивіться, я представляю патрульну поліцію міста Миколаєва, і одним з напрямків нашої діяльності є розкриття злочинів по гарячих слідах. У нас в Миколаєві та й по всій Україні є такі випадки, коли людина відмовляється навіть від написання заяви про скоєні злочини щодо неї, якщо вона не бачить резону подальшого розслідування. Тому саме розкриття злочину по гарячих слідах, встановлення особи та напрямку, куди ця особа пішла, чи куди вона помістила там машину, чи в який ломбард вона понесла ту чи іншу річ, дає дуже вагомий внесок в розкриття самого злочину, а і в подальшому створення безпечної ситуації в місті Миколаїв. Тому камери, вони є дуже необхідні в нашій роботі. І тут треба розуміти, що поле дії камери має бути максимальне. Не можна розсередити всі камери по місту, зробити точки, де вони контролюють, і сказати, що ми впоралися з ситуацією. Треба до цього питання підходити системно. Якщо ми беремо якийсь район міста, то ми його повністю накриваємо. Так, щоб злочин ми 100% розкривали на цій території. Це буде стимулювати і людей поводити себе інакше в цій зоні. І будуть вони відчувати, що вони захищені, що за ними відбувається нагляд. От. Тому я вважаю цю ідею і ці напрямки розвитку необхідними для нашого міста. Стосовно того, що злочинці чи якісь люди зі злим наміром можуть користуватися цією інформацією, то це вже інший момент. Перш за все, ми маємо створити умови, щоб законопорядні громадяни відчували себе захищеними. А далі вже працювати над іншими питаннями. Просто бездіяти в цій ситуації неможливо. У нас в місті Миколаєві злочинність на дуже високому рівні, і вона поширена, дуже, дуже поширена. Тому 500 поліцейських, 1000 поліцейських, вона не створить загальної картини. Тому до нас звертаються громадяни, нам надають відео, і чим більший буде цей потік інформації, тим менше буде у злочинців змоги приховати свій злочин. Дякую, Олександре. Але ми приготували сюжет, який досить випадково родився тут у нас, адже просто подія, про яку йдеться, відбулася з нашим співробітником. І дуже цікава така ситуація, при якій
бездоганно спрацювали патрульні поліцейські. Вони практично миттєво приїхали на виклик. Вони затримали злочинця, затримали його з речовими доказами. Тобто, ну, бездоганно відпрацювала частина, яка частина правоохоронних органів, яка мала припинити злочин, яка мала запобігти, яка мала просікти дії небезпечної людини. Далі відбулося те, що відбулося. Людина потрапила в райвідділок і вільно собі пішла звідси разом з речовими доказами, які вона поцупила у тих помешканнях, куди залізла. У цій ситуації, здається, навіть, ну, по-перше, у вас є камери, тобто ви там зафіксували дещо. Втім, ну, не було камер, які би зафіксували факт проникнення у помешкання. І не знадобилося, дякувати Богові. Ваша оперативність все вирішила. Втім, ви приїхали, ви зробили свою роботу, а потім взагалі відбулося те, що відбулося. І тому питання, а навіщо взагалі ці камери, якщо навіть маючи усе на руках, заяви, нам тут дуже часто представники міліції кажуть, ні, заяви, ні, 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 тут діло. Самі виноваті, заявлення не пишете. Хто вам виноват? Пишете заявлення, все буде. Було все. Але людина собі просто пішла та зникла. Наркоман. Тобто це не якесь там, знаєте, складний там економічний злочин, що треба довго його розслідувати. Це не якась ситуація, де, знаєте, там господарчі спори, там, можливо, хто й правий, то, чи той винний, хто там його розбере, треба там адвокатом працювати. Тобто ось є людина. Навіщо тоді камери? Давайте подивимось сюжет, а потім продовжимо розмову. Непрошений колишній гірше за татарина. Ірина добре знає, чим може закінчитись візит її колишнього чоловіка. Побоями її та батька, а також переляком дитини. Отож, угледівши чоловіка пізно ввечері на подвір'ї свого будинку, одразу викликала поліцію. Він любитель ночі приходить. І ми бачимо, що він стоїть. Ми визвали одразу міліцію. Потому что мы боимся, что он сейчас ворвется в дом, опять ребенка поднимет, ребенок потом не успокоит его, потому что вот это всю ночь будет. Поки поліцейські оглядали територію у пошуках візитера, той вирішив часу не гаяти. Пішов шукати наживу. Через квартирку проник у сусідній будинок. Але коли побачив господиню, вибив вхідні двері і втік. Та на цьому не зупинився. Заліз в будинок по сусідству. Проник у кімнату, де спали господарі, і вкрав два мобільні телефони. Поворачиваюся, поднимаюся на выход и туда. Ну, я вскакиваю, там свет включаю, а по окнам вот тут уже с фонариками полиция окружила дом. Ну, мы начали вот это все. Я двери открываю, полиция его сразу, наручники. При поверхневому огляді було встановлено, що в нього в кишенях є два мобільних телефони, які він поцупив в другому будинку. Було написано заява, відібрано пояснення. Та чоловіка доставлено до центрального відділку поліції. Ви об'яснили, що воронували телефони, що ви їх перевіряли, що вони принадлежать совершенно другому чоловіку? Так, звісно, звісно. Ми об'яснили, що ми доставили чоловіка конкретно з цими мобільними телефонами, передали матеріали по ділу, тобто заявлення, пояснення і самого непосредственно грабителя. Де телефон? Покажи в моєму кармані. Я зараз розстегну. Доставай. Ну, розстегни, я достану. Вот тут? Так. Да. Давайте второй телефон, который у него был. Положите сюда. Але, як стверджують потерпілі, з райвідділу злодій вийшов за декілька годин. Разом з телефонами. Бо тієї ж ночі дзвонив своїй колишній дружині з вкрадених гаджетів і надсилав з СМС з погрозами. Заяв потерпілих і пояснень у райвідділі теж не виявилось. Ми написали на місці заявлення, взяли нас об'яснення і поліція забрала, уїхала. Сказали, що завтра поїдете і заберете свої віщі. Ми приїхали в суботу. В суботу нас ніхто не прийняв. Сказали, приїжджайте в понедільник. В понедільник приїхали і не знайшли ні заявлення, ні телефонів, нічого. І написали нове заявлення. Чому відпустили грабіжника та ще й з речовими доказами у центральному райвідділі не коментують. Натомість кажуть, про те, що крадія привезли разом з телефонами, самі дізнались лише через декілька днів від потерпілих. Мені сказали, що при ньому телефонів не було, і ми йому повірили на слово, що він віддав нам телефони на місці преступлення.
Мужчина был опрошен, дал соответствующие пояснения, также и потерпевшие дали пояснения. Ситуация о том, что также эти мужчины были украдены в соседнем доме мобильные телефоны, выяснилась позже, когда потерпевшие пришли уже в райотдел, к начальнику райотдела, написали по этому поводу заявление. По этому поводу было начато уголовное производство по статье 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Ведется досудебное следствие, устанавливается виновный мужчина, очевидцы, свидетели происходивших событий. Были в милиции сколько раз. Вот в понедельник мы ходили, сестра хотела написать заявление. Они не приняли. Они не приняли на милиции. В каком отделе? В центральном. Они не приняли, сказали, хватит сюда ходить, у нас некому работать. Нам прям так в лицо сказали. У нас прошла переаттестация вот эта. А вы ходите своими писюльками сюда. Телефонів не бачили, а ось службову перевірку призначили та пообіцяли. Розберуться і винуватці обов'язково будуть покарані. Можливо, переатестованим поліцейським потрібно провести ще одну переатестацію, запитують потерпілі. Отже, ситуація. Одні ловлять, інші відпускають. Причому так просто відпускають. До речі, у нас тут досить багато було представників різних громадських формувань, зокрема кордон, захист, там багато кого. І вони окремо активно займаються тим, що закривають точки. Точки з прийому металобрухту, точки з продажу самогону тощо. На моїй пам'яті жодна з цих точок не припинила своє існування. А там ще є незаконна торгівля пальним. Все працює. Ну, починають казати, що ну що ж ви хочете, там ця організація громадська працює разом з міліцією. Тобто для міліції це зайва нагода прийти та отримати щось за те, щоб не закривати ту точку. Я не можу цього стверджувати. Я думаю, що якби тут у нас був представник міліції, він би також напевно казав, що це взагалі цього не відбувається, і нікого такого відбуватися не може. Але принаймні він прокоментував би нам цей сюжет. На жаль, нема кому коментувати, а зато є питання у Андрія Лахматова. Не вопрос, у мене коментарі. Моє глибоке убеждення, що це відео, цей репортаж потрібно показати в очі Хаті Деканеїдзе і Арсену Авакову, що я якби часто критикую Віталія Гончарова. В даному випадку це показувати потрібно іменно їм. Це от результат тих от реформ, да. Единственная реформа в Украине – это милиция и полиция, да, но у меня очень много вопросов, и вот мы видим результат. Есть патрульная полиция, отлично, и есть этот результат. Мы все помним историю с украденной золотой цепочкой в центральном, в том же райотделе, да, когда привезли человека с цепочкой, ну, идентичная история, пропадает цепочка, обнаруживается в ломбарде, и мы видим реакцию руководства нашей местной милиции и полиции. Служебная проверка, которая через месяц ничего не доказала, ничего не нашли. Ну, он проходил это, мы знаем как. Брал цепочку, не брал, все, не установлено. Но я думаю, здесь то же самое. Это должны быть уголовные производства явно в отношении сотрудников центрального райотдела, которые потом, отпуская, устанавливают преступника снова и так далее. И в этой связи я, мое еще глубокое убеждение, что никакой безопасный город, никакие видеокамеры этому хаосу не помогут. Потому что видеокамера – это всего лишь одно из доказательств, да, какое-то возможное в каком-либо раскрытии преступлений. Но когда это преступление не раскрывается, то можете с этим видео ходить куда угодно, но только не туда. Сейчас, Александр, пожалуйста, вам. Дела закрываются, либо просто отпускаются люди. Александр, пожалуйста. Розумієте, просто ви самі сказали, що це один із доказів. Тобто це вже щось є, бо раніше, я ж кажу, дуже багато злочинів відбувалося, вони навіть не фіксувалися, бо взагалі нічого не було. А так вже хоч щось є, і ми маємо вже якусь картину. Коли патрульна поліція почала працювати, я працював у першу зміну. Коли ми прийняли присягу, ми за 4 години вийшли на вулицю міста, перша була наша зміна. У першу зміну ми в Ленінському районі отримали 16 викликів. Перед Новим роком за 12 годин ми отримали 90 викликів. Тобто люди бачили, як ми працюємо, і зверталися до нас, щоб саме фіксувати, і ми якось їм допомагали. Далі ми бачимо, що потрошки почала тенденція на зниження. Тобто деякі люди бачать, що ми працюємо, результат потім губиться. Але розумієте, в чому ситуація? Ми або щось робимо, або ми не робимо взагалі, і полишаємо цю країну, і залишаємо її тим, хто її тут рве на шматочки. Якщо ми сказали, що ми маємо в собі сили,
та натхнення змінити ситуацію, то не можна зробити півкроку і сказати все, я далі не піду, бо далі важко. Ми всі усвідомлюємо, що важко. І треба прикладати зусилля, щоб подолати цей бар'єр. Олександре, я хочу пояснити, справді, що ми маємо на увазі, коли говоримо про ці камери, про те, варто чи не варто. Ось я, ви знаєте, так, що такий осередок соціального життя – це перукарня. Тобто там завжди з перукарем ти можеш поговорити про будь-що і відчути просто, так би мовити, подих вулиці. І ось сьогодні я пішов перед програмою «Перукарню» і кажу, ось подивіться, буде цікава інформація, історія, і якраз розповідаю про цей сюжет, бо справді мене дуже обурила ця ситуація. А мені кажуть, а навіщо взагалі про це казати? Що, щось змінюється? Ось ви кажете, ось ви розповідаєте, ось ви показуєте, ось справді з'явилася поліція, яка справді приїжджає на місце, щось робить. Але далі що? І погано не те, що ну, десь щось не працює. А те, що ця безкарність, вона породжує ставлення, коли мені люди кажуть, а я взагалі, у мене там що сталося, я не викликав поліцію, бо навіщо потрібно, все одно відпустять. Тобто, що б ви не робили, пане Олександре, а ось те, що відбувається там, про що каже Андрій, що треба це показувати Авакову чи Деканоїдзе, а в мене таке враження, що вони взагалі нічого цього не бачать. Тобто вони живуть у вакуумі і взагалі не мають гадки про те, що тут відбувається. Ні, абсолютно. А це просто руйнує навіть те добре, що ви робите. І саме тому вони не прийшли, бо казали, ми просто не прийдемо. Чому? Нам нема про що казати. Все. То я хочу просто зрозуміти, а що відбувається? Як нам тоді чекати на безпечне місто, коли ви робите все, що можливо? Коли айтішники наші роблять все, що можливо, коли Сергій Анатолійович, як координатор цього проєкту, зробив цей перший крок, про який ви кажете, для того, щоб щось зробити, а потім на місцях ті, хто мають справді вживати заходів, не роблять взагалі нічого. Мало того, роблять все навпаки. От що з цим робити? Це слово, яке ні. Знаєте, Олександр, будь ласка. Дом в воді. Я б хотів би, господа, немножко, да, вот... тему Андрея Лохматова, еще раз, вот я вторую передачу намекаю, да, в открытую говорю, что вот абсолютно недавно очень известный человек в городе, товарищ нашего губернатора, избил ребенка в так называемом детском центре Скайпарк на камеру с прекрасным разрешением. Вот они в семейкой избили ребенка, и милиция ничего не сделала. Более того, милиция об этом не знает, и им отказывают. То есть, в принципе, имея камеры уже высокого разрешения с опознанным человеком, можно в центре города избивать ребенка абсолютно спокойно, и ничего за это не будет. Так вот, Андрей правильно говорит, смысл в таких доказательствах, когда никто не занимается. Поверьте, если вы обратитесь в полицию, там скажут, а мы ничего не знаем про это дело. Никто про это дело ничего не знает. И СМИ, кстати, забыли. Ребенка побили всего лишь. Так вот, возможно, камеры имеют одно значение. Это если в режиме онлайн, да, видят, что происходит преступление, оперативно вызвали патрульную, и патрульная тут же пресекла правонарушение. Все. Больше, как доказательства нет, только, возможно, вот вопрос фиксации. Но вопрос к вам опять, как к специалистам, в следующем. А можно ли организовать сейчас такую работу, чтобы сидели операторы и действительно, увидя преступление, оперативно сообщили патрульные, чтобы патрульная служба подскочила? Потому что это единственное, что действительно сейчас актуально. Можна я відповім? Так, будь ласка. Я бачив закордонний досвід, що поруч з камерою знаходиться телефонна слухавка. Тобто ти одразу знімаєш слухавку і повідомляєш. Тобто ти звертаєш увагу одразу на цю відеокамеру оператора, який за нею слідкує. Вас гопали когда-то? Ще раз. Вас гопали когда-то? На гоп-стоп вас брали. На гоп-стоп брали? Там кирпич по голові. Там до слухавки вас уже реаніматолог не збитає. Бувають різні випадки. Так я вам говорю, як... Як чоловік, який сам тебе брав на гоп-стоп? Я вас зрозумів. Но ми ж кажемо про оперативність реагування, і я вважаю, що якийсь зв'язок поруч з камерою, він допоможе швидше зреагувати на цей злочин і саме туди направити патрульну поліцію. Він буде оперативніше обслуговуваний.
цей виклик. Мені здається, так. Сергій, можна тривожні кнопки ставити по всьому городу і не ставити камери. Сергій, я думаю, що в даному випадку якраз дійсно має смисл всім нашим гостям відповідати, тому що кожен так чи інакше к цьому має відношення. Сергій Анатольович, потім Євгеній, будь ласка, потім наші гості, експерти, будь ласка. Я что хотел сказать. Не надо набрасываться на полицию, не надо набрасываться на милицию. Почему? Потому что как бы на этот вопрос надо смотреть правильно. Да? Мы сегодня говорим о безопасном городе. О безопасном городе можно говорить не то, что 2 часа, как нам предложили, а можно об этом говорить месяцами, годами и так далее, начиная от идеи и все остальное. Если мы сегодня говорим об IT-технологиях, которые применяются при решении определенных задач, то мы должны четко, ясно знать хотя бы минимально на уровне чайников, айтишники знают, что это такое, да, вообще, что дальше происходит. Поверьте мне, что есть конституция, есть законы, есть процедуры. И вообще хочу сказать, вот мы тут затронули, мимо пролетели вопросы насчет передачи, чего так долго передается с департамента ЖКХ в коммунальное предприятие городского совета, которое называется, так как сказал Женя, да? Я просто хочу сказать по-крупному. Все, что связано с государством, бюджет ли это, полиция ли это, милиция ли это, там, или администрация этих государственных, это достаточно, так скажем, неповоротливая штука. Вы сейчас говорите о том, что нужно оперативно хватануть этого хлопца, схватануть его с этими телефонами, и дальше, так что тут же самое все расставит на места. А есть процедура. Мало того, что сейчас отстраивается, да, отстраивается вообще система, полиция, милиция, переход и так дальше, там много всяких, я разговаривал с членом нашей рабочей группы, который входит в нашу рабочую группу, представитель вот, милиции, сейчас полиции, да, с Гаспаровым. Да, это очень сложный механизм. Нам, людям, чайникам, нам хочется быстро. Это, с одной стороны, это правильно. А с другой стороны, мы должны смотреть, что есть законы. И то отделение, в которое они пришли, там у каждого свой регламент, там все прописано. Да, оно сегодня не стыкуется. Новое насаждается на старое. Конечно, может сбоить. И потому вот так вот взять человека сейчас растерзать по полной программе из-за того, что сегодня идет отладка механизма, и это может затянуться, поверьте мне, не на один месяц и даже не на год, потому что все настолько сложно, законы одни, законы другие, Верховный Совет один, Верховный Совет другой и так дальше. Может быть несколько раз еще пройти, пока месяц отладится этот мир. Мало того, идеологи могут поменяться, чего-то, значит, все же новое прописывается. Мы 2 месяца, мы сам безопасный город, если мы говорим о технике вопроса, считай, мальчик, которого нужно было там посадить за решетку и раздать эти телефоны. Да, мы этот вопрос решали 2 месяца. А 4 месяца мы выстраивали конфигурацию, подходы и так дальше. Так это всего 48 камер. Мы сейчас говорим о глобальном вопросе под названием, к примеру, там, силовая структура, в данном случае полиция, милиция. Это очень сложный вопрос. И, конечно, нам хотелось бы, чтобы это было быстро. Но оно не может быть быстро, потому что никто не отменял Конституцию. И, скорее всего, тот человек, которого поймали на горячем, не хватило у них процессуальных каких-то мероприятий, которые позволили бы ему, им, так скажем, сразу его закрыть, осудить и так дальше. Вы же понимаете? Забрать у него вещдоки. Сейчас, секундочку. Не, ребята, сейчас, я не то, что просто надо правильно понимать этот вопрос. Евгений молчит, я думаю, что если я в него не ткну пальцем, он промолчит всю передачу, поэтому, пожалуйста. Я не хочу просто перебивать предыдущего оратора, он имеет право высказать свою точку зрения. Вопрос о том, что вы сказали, оперативный просмотр и оперативное реагирование. На данный момент времени я уже могу сказать о том, что мы предварительно начали обсуждать технологическую часть, как раз передать патрульной полиции возможность в онлайне работать с системой. Поскольку действительно криминальная полиция больше работает с архивами, они отсматривают камеры, они просматривают архивы, они смотрят подходы, отходы и так далее. Оперативная полиция больше работает с живой картинкой, чем с записями. То есть как раз вот по поводу передачи онлайна сейчас идет речь. Но решить вопрос мгновенно, технологически, даже при поддержке операторов связи,
которые достаточно много сделали для данного проекта, все равно мгновенно не получается, потому что все равно кого-то надо посадить, кто будет смотреть. Нельзя снять девочку с 102, которая принимает звонки, посадить ее на камеры, потому что иначе она не сможет принять звонки. То есть вот эти механизмы необходимо действительно отладить. Спасибо, Вадим Пашкевич, пожалуйста. Я вижу ваш звонок, уважаемые зрители. Подождите, пожалуйста, сейчас Вадим Пашкевич взял комментарий, потом мы дадим вам слово. Пожалуйста. Да, ну как бы... Я вот так послушал немножко всех. Я, наверное, буду говорить не самые приятные вещи вот всем, да, скажем так, и в этой студии, скажем так. Это больше как бы может быть не то, что там приятное-неприятное, а больше как бы там углубление в 2008 год и, скажем так, тогда там, ну, так получилось, что компания, которую возглавляю, делала первый этап, скажем так, еще с Владимиром Дмитрием Чайкой, который был фактически инициатором этого. Там есть плюсы, там есть минусы, я согласен. Ну, скажем так, есть, скажем так, достаточно серьезные как бы аргументы. То есть, кто не знает как бы историю, да, свою, тот не имеет права на будущее, либо не видит как. То есть, фактически, мне очень, как бы, я удивлен, почему Сергей Анатольевич является... Как бы я только как бы так узнал, что вы координаторы, почему-то нашу компанию даже не пригласили, хотя мы письмо писали на департамент ЖКХ, чтобы нас в эту рабочую группу наших представителей включили. Вот, и сегодня вы говорите про концепцию, которую вы взяли за основу. Ну, концепцию, о концепции, которую вы взяли за основу, это правопорядок, да? Вот. Нет, мы концепция, вы так сказали, другое. Я сказал о подзадаче. Да. О подзадаче. Да, то есть, ну, как бы, данная, как бы, то есть, на сегодняшний день существует договор, есть техническое задание на вторую очередь, да, где, скажем так, вот эти все вещи, которые вы сказали, ну, и следующие, ну, остальные гости, то есть, увязка с, скажем так, с различными структурами безопасности и так далее, и тому подобное, которые существуют у нас, все это дело, как это должно быть регламентироваться, записываться, каким образом это все дело будет соотноситься друг с другом, как будет передаваться на баланс, как не будет передаваться, какие, скажем так, это действительно какой-то сложный такой проект, который состоит на самом деле не с одного проекта, а может быть с трех, четырех, с пяти. Вадим, если можете побыстрее, да. Нас ждет зритель. Да, ну как бы так, о концепции, да, то есть я думаю, что ее надо смотреть достаточно широко на нее, да, и может быть есть такие, знаете, так футурология такая наука, и мы должны немножко думать лет на пять вперед, что же нас ждет, и что мы на сегодняшний день строим, и что мы хотим в конце концов получить. Так вот, я считаю, что безопасный город, как бы, эта концепция в первую очередь должна иметь себе достаточно много подзадач, наверное, около пяти. То есть это экономическая подзадача, экологическая подзадача, правопорядок. Правопорядок не на самом первом месте, потому что, я думаю, он скажем так... Да, потому что сегодня концепция европейских стран, того же Мюнхена, Лондона, это черный экран видеонаблюдения. То есть не должно быть... если поставите 300 камер, по статистике 10 минут... Просто даже один-два человека будут смотреть в монитор, пусть он будет даже видеостена, он потеряется. То есть он там больше ничего не увидит. Поэтому есть, скажем так, применяется для правопорядка, там, а больше, наверное, не для правопорядка, а для каких-то регламентов, то есть для счетчики определенные, то есть просчитывается количество трафики, как людей, так автомобилей, общественного транспорта, так далее и тому подобное, что оптимизирует, скажем так, ту же самую работу светофоров, это очень серьезно. Так она как бы, надо сейчас о ней говорить. ГАИ это подзадача. Нет, ГАИ, я думаю... Правопорядок это подзадача. Господа, нас ждет зритель, пожалуйста, да. Либо это, как-то это немножко... закругляйте. Давайте, я как бы хочу подвести итог, скажем так. Дело в том, что реализованы подобные проекты, даже берем тот же самый город Львов, да, в 2012 году еще, где очень много этого всего есть на сегодняшний день. И там стоят и камеры Bosch, на самом деле, там такие так многострадальные, да, которые мы говорим. И, то есть, как бы ПО, так далее и тому подобное. Есть задачи, и надо смотреть не только на правопорядок, потому что не увидит там полицейский или два или сто человек в то, что происходит на всех этих улицах одновременно. Просто есть определенные такие, глобальные там, как у вас, например, вещи, да, которые вы можете запрограммировать в интеллектуальную систему данную, ядро так называемое, которое говорили, которое на сегодняшний день не определено. То есть, еще хочу тоже такой большой комментарий сделать. На сегодняшний день, я думаю, надо говорить не о реализации этого проекта, а о написании программы «Безопасный город», которая на сегодняшний день такой программы в горосполкоме и городе Николаеве нету. Это не принято. Спасибо, Вадим. У нас есть такая организация IT-волонтеров. Вот один из ее представителей Юрий Решетник, который, к сожалению, не смог приехать к нам сегодня, его в последний момент срочно вызвали. Однако я очень хотел бы побеседовать с ним. Я надеюсь, что мы еще сможем получить такую возможность, поскольку есть люди, которые разрабатывают эти программы. Они не просто там говорят, ну хотите, возьмите. Они ходят и уговаривают
представители городской власти, да возьмите, но это работает, посмотрите, есть примеры. Но как-то их не очень слушают. Пожалуйста, говорите вы в эфире, мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ольга Николаевна, я буквально несколько минут. Я абсолютно не нападая ни на полицию, ни на милицию, хочу озвучить один, как я считаю, вопиющий факт. 5 марта один воин, зам командира роты штурмовой, приехал хоронить своего побратима. Возвращался домой по улице Советской. Пятеро, ну, грубо говоря, нехороших людей на него напали. Избили. Избили нунчаками. С оскорблениями. Разбили там телефон, разбили этот планшет. И кроме того, у него на руках были нагрудные именные часы с надписью «За оборону Бавайска». Значит, люди, которые там увидели, вызвали полицию, полиция приехала, значит, помогла этому парню и троих нападающих, а их было пятеро. Значит, доставили в центральное, так сказать, злосчастное наше РУВД, непосредственно с доказательствами, с нунчаками и так далее. Но это было 5 марта. Оказывается, у нас кто-то воюет, а 6, 5, 6, 7, 8 у нас праздничные дни. И когда 9 числа парень попал в больницу, когда 5 числа мы приехали в РУВД узнать, какая ситуация, нам вообще объяснили, что были неизвестные нападающие, не оказалось нунчаков. И, значит, уже сегодня я хочу озвучить, у нас 20 апреля. Парень уехал воевать. Воевать за то, чтобы мы могли спокойно вот сидеть в студии и разбираться, да, хорошие ли мы, плохие. Учите, что это улица Советская, где в каждом магазине, в каждом офисе есть камеры видеонаблюдения. На сегодняшний день мне говорят о том, что теперь возникает вопрос, кстати, это была статья «Разбой». И на сегодняшний день, спустя полтора месяца после этого события, когда полицейские это видели, видели этих людей, которых доставили, видели нунчаки, нам говорят о том, что, а может быть, часов у него в руках не было. А может быть, нычак там и не было. А может быть, он его потерял в другом месте. То есть, вы понимаете, вот своевременно приехала полиция. Полиция видела, что происходило. Сейчас бородая наша полиция, милиция, просто, понимаете, не губит это дело. Она дает ребятам, которые сейчас стоят там, понимать ребятам, что происходит, за что они там стоят. Парень приехал в свой город хоронить побратима. Его в своем городе, на своей земле избили, изувечили, обобрали. И спустя полтора месяца мы можем сидеть и говорить, а у нас мало людей, а у нас некому работать, а вообще у нас так говорится все и хорошо, и плохо. Тогда, понимаете, им нужно уходить оттуда и приезжать, и наводить здесь порядок. Если такая ситуация. Поэтому давайте не будем искать каких-то оправдательных. То, что у нас происходит, то, что у нас, к сожалению, нынешняя полиция не новая, а та, что есть, как вот исследователи, это позор и города, и страны. Это однозначно. И вот вы, мужчины, вы знаете, если бы этот парень мог позвонить сейчас, вот как вы ему будете смотреть в глаза? Вот все, я этого не понимаю. Спасибо, так, Ольга. Спасибо, Ольга Николаевна. Ну вот это да, к вопросу о Хати Диканаидзе, об Арсене Авакове и прочих людях, которые тут у нас реформы проводят. И вот крупно давала режиссер глаза Александра. Я вижу, что на самом деле человеку просто больно, физически больно все это слышать. Игорь, пожалуйста. Да. Спасибо. Ну, я короткую реплику скажу. И вот как раз она, возможно, будет относиться и к сюжету, который мы смотрели, о вот этом вот воришке с мобильными телефонами, которого выпустили, и вот ко звонку нашей зрительницы. Не хватает людей по информации, выдаваемой нашей милицией-полицией. В то же время, если вы обратили внимание, в каждом райотделе присутствует пресс-офицер. Ну, то есть пресс-секретарь. То есть, как говорится в старом анекдоте, на это у них деньги есть. То есть работать некому, но выходит пресс-офицер,
как правило, молодая симпатичная девушка, и говорит очень рубленым текстом, сухие фразы, в общем-то, ни о чем. Что там делают пресс-офицеры, для меня, как журналиста, поверьте, непонятно. Кроме как рассылают там какие-то пресс-релизы, опять же, ни о чем. Ну, собственно, и все. Вот это такая реплика. Сейчас, секундочку, Андрей, Дмитрий еще не говорил. Александр, вам есть что сказать по этому поводу? Да, мені є що сказати стосовно того, що всі злочини, які фіксуються по лінії 102, до них надається номер ЄО в єдиному журналі реєстрації, то по цьому номеру можна встановити, які були надавалися дані, які давалися пояснення, які були складені заяви та всі інші процесуальні документи. Тому сказати, що на справі поставлений хрест, такого не можна казати, бо всі справи вони мають дійти до логічного кінця. Стосовно того, що є випадки, коли ситуація губиться, є. Але я можу вам сказати, що в моєму районі був випадок, коли ці камери нам допомогли з'ясувати обставини ДТП, коли водій КАМАЗу зник з місця події, по камерам ми за 5 хвилин приїхали до нього додому, побачили його п'яного, побачили ще одне авто, яке він збив, і ми ці моменти довели до логічного кінця. Ми склали всі адмінматеріали, які мали на нього скласти. Тому ситуація в нашій країні, розумієте, правоохоронці роблять свою справу, але от як ми сказали, що камери мають виконувати декілька функцій, то я можу сказати, що в Україні, окрім злочинності, є ще скрутна фінансова ситуація. Тому кожен на своєму місці займається іноді не просто своєю професією, своєю роботою, а робить якісь схеми та якісь такі вчинки, які допомагають йому вижити за рахунок того, що він зловживає своїм становищем. Ми не можемо це опускати, бо це наші реалії. Але, знову ж таки, те, що відбуваються зміни на краще, це плюс. Ніхто не вірить в зміни, і всі люди дуже поволі це роблять. Як сказав всі попередні гості, да, що зміни вони не будуть миттєвими, вони будуть на якомусь часі розтягнуті по часу. Тому я вважаю, що треба поступово рухатися до нашої цілі і ні в якому разі не здаватися. Шановні гості, я нагадую вам, що ми говоримо про безпечне місто, а це не тільки міліція, це не тільки злочини. Втім, так сталося, що у кого що болить, той про те і каже. На жаль, це найгостріше. Втім, у нас є представники IT-сектору, їм є що сказати про те, як це взагалі має працювати. Будь ласка, Дмитро і Костянтин також. Добрий вечір, большое спасибо за слово. Я вернусь к темі передачі. Напомню о такому понятті, як краудсорсинг. Это когда есть большое количество людей, которые могут сделать какую-то маленькую работу, которая отвлекает внимание одного человека. Это к словам Евгения о том, что некому выполнять эту работу. Ее есть кому выполнять. Это обыкновенные николаевцы, которые, ну, как вы понимаете, очень много людей сидят целый день на рабочем месте, и за компьютером они явно не смотрят там какую-то отчетность финансовую, не формируют, а целый день могут просидеть в соцсетях. Этим людям будет совершенно не тяжело посматривать в камеры и звонить или там какую-то кнопочку нажимать. Нужно просто это сделать. Делать, и даже делать есть кому. Нету воли это все решиться как-то подогнать под это законы, может быть, еще какие-то действия. Нет, я вас стесняюсь спросить. Вот вы постоянно находитесь в городском, в горосполкоме. То есть вы практически в центре принятия решений. Нет, я понимаю. Откройте нам такой секрет. Вы уже рассказывали, что вы там сбоку впиливаетесь в систему, потому что не получается встроиться в нее. Вот вы говорите, ну вот так вот, выпиливает себе маленькую дырочку и пытается в нее проникнуть, да? Так вот, я хочу, потому как сама система не ломается и меняться не собирается. Вот вы находитесь рядом с центром принятия решений, если вообще не в эпицентре этих решений. Так вот, скажите мне, пожалуйста, вы говорите, необходима воля, есть кому делать, мы знаем, как сделать. Мы знаем, на какой базе сделать. А вот чего-то не происходит. Вот скажите мне, какого вот этого пазла не хватает? Может, вместе пойдем поищем, доставим наконец-то в эту картину, и все у нас получится? Не тяжело ответить на этот вопрос. И на него, в общем-то, ответил Сергей Анатольевич, потому что он как раз для меня является представителем предыдущего поколения. Я себя считаю представителем, ну, кого-то последующего за ним. Поэтому... Просто какая-то война отцов. Сергей Анатольевич говорит, да, это сложно. Это там, и начинает перечислять какие-то там причины. Но, если вы помните, по интернету бродит такая шутливая...
скажем, форма, в которую вставлено не какое-то там желание что-то сделать, а что-то конкретное. Сходить в туалет. И когда, если вы подставите все аргументы, которые вы используете там, под вот это, то получится, ну, абсурдность ситуации. Когда действительно чего-то хочешь сделать, то берешь и делаешь. И я, как будучи волонтером какое-то время, я это понял и почувствовал на своей шкуре. Не обязательно быть суперпрофессионалом, не обязательно там заканчивать что-то или там все бумажки собирать. Важно захотеть и сделать. И вы же помните сами, как мы делали с вами этот безопасный город. У нас первично было желание именно сделать. То есть мы побежали сначала ставить камеры, а потом мы с боями у города выбивали деньги, которые мы должны были получить перед тем, как начать работу. То есть это, мне эта система не нравится. Я хотел бы ее поменять, потому что первичен человек. И если мы будем с вами объяснять, что вот, вот бюрократические процедуры есть какие-то, возможно, очень обязательные, я не спорю с этим, но из-за них виновный уходит, забрав то, что он отобрал, то мне кажется, что именно эту систему надо менять, а не говорить, что давайте там подождем. Легче это все просто срубить на корню. Если их не будет вообще... Да, давайте только, пожалуйста, коротко, потому что есть звонок зрителя, еще есть Константин Иващенко, который за всю передачу не сказал ни слова. Пожалуйста, Сергей Анатольевич. Значит, ребята, послушайте меня. Я как представитель старшего поколения вам хочу сказать. Я акцентировал ваше внимание на то, что мы сегодня живем в стране, у которой есть свои законы. Они прописаны. Они могут быть плохие, мы можем об этом говорить. Но есть законы. То, о чем вы говорите, я только об этом сказал, что есть законы, и каждый из нас работает, живет в определенном правовом поле, в том числе и силовые структуры. А то, что вы говорите, как молодое поколение, и мы это видим на каждом шагу, вы говорите о хаосе. Так вот, для того, чтобы путь между хаосом, когда мы хотим быстро, но не по закону, но при этом получить результат, вот это и есть вот этот переходной период, о котором я говорю, что мы должны идти вверх, решая проблемы то, о котором говорит сегодня полиция, да, но при этом мы должны менять правовое поле, но при этом находиться в нем. Было старое правовое поле, мы его поменяли, учитывая ваши предложения. Появилось новое правовое поле, мы все равно в нем работаем. Выходи за пределы правового поля, вы сразу попадете сначала в видеокамеру, а потом в полицию. Я бачу дзвінок глядача. Одну хвилинку, будь ласка. Я просто хочу, щоб не загубилася відповідь. Олександре, у вас така цікава позиція. Ви з одного боку все ж таки представник молодого покоління, а з іншого маєте дбати про закони. Якщо вже почали ділити. То скажіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу цієї дискусії? Мікродискусії, я б сказав. Ну, знаєте, мені здається, що спочатку народжується ідея, а потім ми до неї починаємося рухатися і обираємо ті методи, які нам допомагають цю ідею втілити. Іноді можна зробити швидко, а потім підігнати закони, іноді можна зробити закони, а потім вже дійти до цієї ідеї. Тобто, чесно я вам скажу, що треба робити так, щоб нам не було соромно дивитися нашим дітям в обличчя, що ми сиділи балакали, а нічого не збудували чи не зробили. Оце для мене саме такий головний критерій в моєму житті, що ми маємо щось зробити і змінити в цій країні. І щоб нас не осудили, а нами пишалися. Дякую. Є такий дуже цікавий бізнес-тренер Річард Бренсон. Він засновник компанії Virgin і ще багато чого. У нього є така книжка, яка називається «Screw it, just do it». Тобто забий на все і просто роби. Ось мені здається, що ви практично те саме сказали. Давайте послухаємо нашого глядача. Кажіть, ви в ефірі. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы хотим выразить свое мнение по поводу работы национальной полиции. Мы жители центрального района. На пересечении улиц Володарского и Севастской дивизии стоит овощная будка. Каждый день в 8 утра подъезжает автобус, перегораживает светофор, пешеходный переход, едет по тротуару. Нам некуда деваться, больным людям, которые идут лечиться в Володарского больницу номер 1. Как нам поступать? Мы звонили несколько раз, никто не реагирует на эти звонки. Объясните, пожалуйста, вам эту ситуацию. Це така ситуація, вона в нашому місті відбувається на кожному квадратному метрі, де є торгівельні точки, бо водії
транспортних засобів знають, що для обслуговування торгівельних точок вони мають право заїжджати на тротуари. От, але вони забувають про те, що вони мають надавати перевагу в руху пешеходам. Тому якщо пешехід зупиняється на місці, викликає патрульну поліцію, дає своє пояснення, що його водій цього транспортного засобу збиває чи заважає йому рух, тоді на водія можна скласти адмінматеріал і притягти його до адміністративної відповідальності. А у нас просто дуже часто буває така ситуація, що людина зателефонувала, сказала, що я незадоволена, і пішла займатися далі своїми справами. Якщо ми вже починаємо щось робити, то треба це довести до кінця, щоб реально отримати якийсь результат. Якщо ви бачите правопорушення, то у вас є громадянська позиція, будь ласка, стійте на місці, блокуйте рух цій машині, приїде патрульна поліція, складе всі необхідні документи, і водій буде покараний. Дякую, пане Олександре. Костянтин Іващенко, потім Вадим. Так, будь ласка, так, і Андрій також. Так, кажіть, будь ласка. Так получилось, что я имею прямое отношение к системе «Безопасный город», участвовал в разработке концепции, которая была принята рабочей группой. Ну, могу сказать, что я вижу, как сейчас система живет, я вижу, как к нам постоянно приходит, к сожалению, к нам, а не к себе на рабочее место, приходит криминальная полиция. Приходит полиция для того, чтобы работать с видеоматериалом. Сейчас, я насколько понял, уже иногда приходят к Евгению в горосполком и пытаются чего-то добиться. Да, да. И самое удивительное, вот нам говорят, что там плохо то, плохо сё, что-то неправильно. Есть масса прецедентов, когда, решая задачу, которая была поставлена на тот момент МВД, и сказано, им надо было решать вопрос правопорядка, а система, которая функционирует сейчас, позволяет расследовать ДТП, позволяет, ну, я не очень специалист в процессуальном этом кодексе, нападение на людей, позволяет расследовать кражи автомобилей. И есть реальные тому прецеденты у криминальной полиции, и есть реальные результаты у патрульной полиции. Я почему знаю? Потому что мы с этими людьми общаемся и видим. Да, не все гладко, но система работает, а главное, что процесс реорганизации запущен. Да, он запущен совместно молодым поколением, не очень молодым поколением. Байзаковского возраста. Да, да, да. Ну, видите, вот так, аккуратно. Он запущен полицией, он запущен городскими властями, общественниками. Есть масса действительно вещей, которые не всегда сходятся, к сожалению. Но главное, что процесс запущен, он идет, и система приносит реальные результаты. И а система, главное, помогает людям. А дальше надо действительно собираться и обсуждать о дальнейшем развитии системы. То есть там можно решать вопросы там, перекрестков, там, каких-то еще безопасностей. Это все следующие подзадачи. Главное, что лично мое мнение, что на сегодняшний момент система выполняет свои задачи более чем на 100%. На момент, когда система ставилась, как-то было сформулировано массово скопычение, провокаций. На сегодняшний момент система позволяет еще и больше выполнять. И это показывают результаты. А как это будет заканчиваться и чем, это уже как раз вопрос. Спасибо. Процессуальным. Господа, вещам. Я прошу немножко покороче формулировать свои мысли, потому что... Саша, подожди, пожалуйста. Андрей и Вадим, пожалуйста. Прозвучала фраза «верну программу на тему программы», да, а я все-таки отведу ее обратно от темы, хотя уверен, что это именно та тема, о которой нужно говорить. То, что я не договорил, что все, что сейчас можно говорить о 300 камерах в этом году, это все прекрасно, это все правильно, к этому нужно идти.
Но я сейчас вот хочу вспомнить один случай. Я несколько лет назад, когда был в Варшаве, в Польше, переходил дорогу с поляком, с местным, и говорил с ним, увидел такую ситуацию. Вот если представить проспект центральный Ленина наш, в том состоянии, когда бульварная часть, нету деревьев, есть трамвайные пути, это вот одна из улиц Варшавы. Получается, четыре дороги. Две автомобильные и две трамвайные. Четыре светофора. Каждый работает несинхронно с другим. Четыре раза нужно перейти дорогу. Там, где трамвайный переход, он очень узкий, там, ну, узкий трамвай, там 1.5 метра этой всего дороги. И мы подходим, и красный свет. Трамвая нету. Ну, вообще, да, как бы. Ну, моя логика николаевская, да, у нас нет светофоров, да. Ну, перейти, ну, о чем мы стоим? Ну, у него нет, он трамвай-то, он один, машин-то тут не будет, не выскочит он ниоткуда. Он говорит, стой. Он говорит, тут везде камеры. Он говорит, и моментально, говорит, оштрафуют. Вот, там штраф такой, что домой не уедешь. Мы стоим. Вот я просто уверен, что сколько бы ни было на сегодняшний день камер, вот если сегодня поставить их 500 в Николаеве, на всех перекрестках, и когда все люди будут знать, что камеры везде работают, я не уверен, что такая же будет реакция у наших людей. Почему? Потому что там мне поляк убедил в том, что реакция будет, и будет штраф очень большой, не 500 гривен, а очень большой. И он будет, вот что самое главное. И я остановлюсь. А тут я думаю, что ну снимай. Еще и привет придадут, мне кажется. Я помню, в Израиле мы как-то свернули не там и едем, пустая абсолютно дорога, и просто двойная сплошная. Ой, не повернули, ехать надо будет там 15 километров. Я говорю, что, давай повернем, дорога пустая. Тут столько камер, ты до дома не доедешь, а тебя уже будет ждать квитанция. Это действительно работает, только действительно работает в тех странах, где не отпускают, где не отпускают преступников. У нас это тоже работает, не так эффективно, конечно, как в Европе и в других странах, где больше неотвратимость наказания, но у нас это работает. Можно даже заметить по разговорам маршрутчиков, которые некоторые уже, хотя это дикая, скажем так, проблема нашего города, то есть, но уже между собой говорят, ну да, говорит, здесь уже не нарушишь, говорит, здесь снимают. Поэтому, да, будем работать с полицией для того, чтобы увеличивать эффективность этой системы, к сожалению, 48 камер, которые были поставлены в прошлом году, это определенный опыт, это определенная польза, но на данный момент это еще не критическая масса. К сожалению, сейчас вот я даже в новостях смотрю, там ДТП, там проблема, там проблема. Я на данный момент времени очень многие вещи такие сразу перекладываю на карту расположения камер и проецирую, увидел бы ли, есть ли эта съемка, можно ли чем-то помочь и так далее. Камер, к сожалению, пока мало. То есть они эффект дали, они показали некоторые узкие места, мы увидели некоторые нюансы работы этой системы, но и положительный эффект он тоже дали. На данный момент работают 48 камер, которые были поставлены в рамках программы системы в прошлом году. Бюджет, ну вот по сути, вот он... Не только 48. Вот интересно. Камер тоже доработали, которые в первом этапе были поставлены. Я вот сейчас предварю ваши слова, Вадим, буквально двумя фразами. Есть такая мысль о том, что если в Европе, ну, на Западе состояния наживались поколениями, ну, там, Рокфеллеры, там, Морганы, да, то почему вот у нас таких династий нету? Потому, ну, у нас, в бывшей Российской империи, да, потому что поколения вот эти вот, они исчерпывались, вернее, эти династии исчерпывались тремя поколениями. Созидатель, накопитель, расточитель. И если говорить о том, что идея была еще при Владимире Дмитриевиче Чайке, вот то, о чем вы говорите, да, ну, будем считать, допустим, что это был созидатель. Потом появился накопитель, то есть вот Сергей Анатольевич с Дмитрием, с Константином, которые вроде бы начали собирать эти камеры. И я боюсь подумать, кто такой, что у нас, вот, можно сказать, о третьем поколении, потому что после тех 48 камер, которые появились, как я понял, не появилось ни одной за полгода. Хотя все говорили о необходимости, важности и нужности. Секундочку, Дмитрий, вот есть что сказать Вадиму, я обязательно вам дам слово. Вадим, пожалуйста. Да, ну, достаточно коротко, скажем так. Мое личное мнение, что... Ну, как бы Сергея Анатольевича, наверное, сюда сейчас не будем приплетать, потому что я хочу сказать, как рабочая группа сформировалась. На самом деле, данная рабочая группа, которая была сформирована с общественников-коммерческой организации под видом общественников, были, ну, как бы появились в момент избирательного процесса. Вот, значит, они полностью, то есть компанию, которая вела проектирование, были заключены договора.
с департаментом ЖКХ, были проведены определенно очень большая масштабная работа с милицией тогда еще, да, было подписано техническое задание, проектирование, масса всего, были определены точки, были определены, там должна быть там своя сеть была, там подключение к электроэнергии, то есть на самом деле колоссальная работа была проведена, значит, данная рабочая группа собралась перед выборами, плюс были представители политических партий, которые очень сильно рвались в горсовет, рвали на себе, скажем так, рубахи, подменяли понятия, как финансовые, экономические, так и политические, да, то есть обвиняли всех во всем, во вся, и в конечном итоге, чем все закончилось? Значит, все, что было наработано, было заплачено из горисполкома за проектирование деньги, то есть откорректировать каким-то образом, собраться вместе, а просто вот сказать, это все не то, что должно было быть. И я, честно говоря, звонил еще Синкевичу тогда, когда перед самым началом такого большого взрыва, когда все получилось, нашли вот это видеонаблюдение, подумали, что определенное решение, это не то совершенно, которое им не подходит, этой якобы псевдорабочей группе, да, которые мега-специалисты себя объявили. Вот. Пресс-конференцию организовывал Демальянс, так называемый, почему-то. То есть, я сейчас уже заканчиваю. То есть, и мы видим все, чем все закончилось. Хотя это все было предсказуемо. На сегодняшний день поставлено просто определенное количество видеокамер, которые не как бы способны на те как бы задачи, которые, ну, основная их масса. На то, что городу необходимо, что нарабатывало за многие годы. И с этими камерами уже больше никто ничего не сделал. Это зря выброшенные деньги. Спасибо, Вадим. Давайте послушаем. Я вижу, тут есть что сказать этой так называемой рабочей группе. И мы с удовольствием ее послушаем. Давайте сначала послушаем нашего зрителя. Пожалуйста, говорите вы в эфире. Говорите, вас слушаю. Да. Алло. Да, говорите. У меня такой вопрос вот по поводу видеонаблюдения в автомашинах полиции. Я немножко волнуюсь, извините. Постоянно снимается или не постоянно? Кто-то контролирует, просматривает это. Вот два раза у меня было два случая, это где-то месяц тому. Ехал со стороны ЖД вокзала по улице Пушкинской, из Дунаева выскакивает, притом мокро немножко, дождь и так. Выскакивает полицейская машина, он еще так посмотрел, водитель один был, без никого. Я резко затормозил, ну, создалась такая аварийная ситуация, просто впритык я уже остановился, он поехал, так посмотрел, ну, включенные голубые были, но это не означает, я ехал по главной дороге, это не означало, что я должен был пропустить этого водителя. Второй случай был, ехал тоже где-то месяца полтора тому приблизительно, зимой, от улицы, короче, по улице, где ЭТБ, Дзержинского, не помню, на пересечении парку Петровскую, там Плехановская или какая улица, с поворота выскакивает полицейская машина, девушка сзади закрывает глаза руками водителю полицейскому. Это как-то, вы понимаете, при исполнении служебных обязанностей и может создаться аварийная ситуация, и что хочешь. И с улыбкой такой, это самое. Вот просматривается это как-то, или это... Закрывая водителю очи, так? Что-что? Пассажирка, закрывая водию очи. Я правильно разумею? Да. Вот именно такой случай. Это, понимаете, мы поравнялись машинами, это так прямо видно. Ну, это только я увидел. А сколько таких случаев может быть? Кто-то что-то это контролирует, меня интересно, снимается же все-таки в машинах. Или отключают водители там, когда экипаж полицейский садится. Когда схотели, включили, когда схотели, выключили там. Спасибо. Вот, например, у меня видеорегистратор стоит, он снимает все внутри, двойная камера, и все снаружи. Спасибо, значит, да. Можна я відповім? Значить, у поліцейських є нагрудний відеореєстратор, який фіксує все, що відбувається навколо патрульного поліцейського. Самих відеореєстраторів в машинах вони є, але не в усіх машинах. Просто знову ж таки проблема фінансування. Патрульна поліція, вона нова організація, вона створюється все по-новому. Ми нещодавно лише отримували будівлю для патрульної поліції. Але нагрудні камери є у всіх патрульних поліцейських, це все фіксується, все записується. Якщо у вас є скарги на дії патрульних поліцейських, тоді проводиться службова перевірка і тоді передивляються камери. В іншому випадку, я вам скажу чесно, відверто, передивитися 120 нагрудних камер за 12 годин – це не є фізично можливим. Тому нагрудні камери перевіряються лише по скарзі чи по зверненню громадян. Дякую. Будь ласка, панове, так, Дмитро. Мені приємно, що Вадим підняв тему передачі опять все-таки к безпечному місту. Я, як
член псевдорабочей группы, с его слов, скажу следующее. Вы сейчас, да, не слышите, вас не слышат, у вас микрофона нет. Смотрите, первое, почему я вообще туда пошел? Потому что я бы в жизни не занялся видеонаблюдением и вот этими вопросами, если бы я не увидел тот проект, который был перед нами и который мы планировали сначала критиковать, а потом уже каким-то образом предложить что-то свое. То есть я напомню, что речь шла о том, что в проекте предполагалось построить супердорогую сеть, которая бы принадлежала в дальнейшем городу, который нужно было бы обслуживать и так далее. В этом проекте предполагалось поставить аж 3 камеры видеонаблюдения за 1,5 миллиона гривен, и они бы стояли все по улице Пушкинской, они стояли бы. Ничего не подменяю, я вам... Господа, пожалуйста, давайте не будем сейчас устраивать базар в эфире. Пожалуйста, да, представите ее, как только будет возможность. Так вот, Вадим, пожалуйста, не перебивайте. Вадим, ну, я же прошу. Я можно отвечу? Вадим, да, хорошо, но вот давайте не будем прямо сейчас устраивать дискуссию двух человек. Пожалуйста, Дмитрий. Камеры, которые предполагались к установке, были, по нашим подсчетам первичным, в 10 раз дороже, чем аналоги, которые мы могли бы предоставить с такими же их характеристиками. И мы, ну, группа людей собралась, и мы как... в первую очередь, как жители этого города, а не как коммерческие организации, потому что та коммерческая организация, к которой я отношусь, она заработала на этом 0 гривен, 0 копеек, и даже более того, несет убытки достаточно серьезные. Но для нас самое главное – это имидж города в первую очередь. А по поводу политиков, о которых вы тоже упомянули, в рабочей группе, на момент формирования рабочей группы, не было ни одного политика, который начинал этот процесс. Это речь идет о демальянсе, о самопомощи и о представителях, которые это все начинали. Поэтому были, назовите их тогда. Хорошо, потому что господа, я не хочу так, это... Я очень прошу все-таки, чтобы мы не скатывались в дискуссию двух человек. Я понимаю, что есть определенная обида у Вадима. Он действительно... я понимаю, ну хорошо, неудовлетворенность, да, вы предлагали воспользоваться как-то, чтобы произошло по-другому. Но, поверьте, это все-таки это не тема передачи. Пожалуйста, Сергей Анатольевич. Я хочу, Ярослав, вас поддержать. Да. Я думаю, что мы здесь не собрались для того, чтобы разбираться, что там происходило. Для того, чтобы уйти с этого вопроса, мы встретимся, обсудим, наверное, консенсус найдем. Мне кажется, интереснее намного проблема, которая... была вами поставлена, да, то есть как бы в широком плане, в широком формате этого слова. А вот Андрюша Лохматов, он, видите, как он так сказал, как бы, и сразу мы переключились на вот эти вот красно-синий угол между вами и вами, да, а главное это все-таки мы должны вернуться к истокам передачи, да, когда вы говорите, что нам надо сделать для того, чтобы мы по-настоящему чувствовали себя безопасности с жителями, да? Моей интерпретации, да, это прежде всего мы должны научиться жить по закону. И все, и больше ничего не надо. А этот закон надо динамично развивать, совершенствовать, то, что говорят все наши коллеги. Надо все население здесь, на нашей территории, в нашем государстве, должно научиться жить по закону. К сожалению, история пока нас, так скажем, не может в этом вопросе радовать. А другого выхода нет. В Европе потому-то и подошедший к светофору человек никогда не пойдет на свободную трамвайную линию, потому что есть закон, где четко ясно написано, что он получит 200 евро штрафа, к примеру, то, о чем говорил Андрюша. У нас этот закон не будет проголосован пока. Почему? Потому что у нас существует 11 тысяч или 7 тысяч за газ. Понимаете, это вопросы политические, которые решаются в Киеве, в здании Верховного Совета. И пока у нас не будут законы, то, о чем вы говорите, где будет написано 200 евро за то, что перешел неположенном улице место, потому мы и будем ходить на красный свет, мы будем ходить на трамвай и так дальше. Нужно, чтобы люди выполняли закон. Понятно, да, и все, научились. К сожалению, этого нет у нас. Бить по рукам. Нет проблем, но в любом случае надо учиться. Пожалуйста, господа, у нас есть звонок зрителя, поэтому, Костя, если коротко, то давай сейчас, если нет, то после... Нет, это все понятно. Хорошо, тогда... Так, все, хорошо, спасибо, давайте послушаем звонок зрителя. Пожалуйста, спасибо за терпение, говорите вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер.
Сергей Анатольевич, за то, что вы сделали, вам огромное спасибо. Это действительно начало, и доброе начало, и дай Бог, чтобы оно развивалось. У меня такой вопрос. Предусматривали ли вы, когда разрабатывалась система установки видеокамер на наших кладбищах? Это ведь место, где орудуют так называемые наши металлисты, и там, вы знаете, не хуже меня, летят все, и памятники, и оградки, и прочее, и прочее. Я вот недавно был на кладбище там Богоявленском за Октябрьским, там разрослось тоже. Значит, и люди просто в шоке, когда приходят проведать своих умерших, а обнаруживают, что только поставили там какую-то маленькую оградку, а ее уже унесли. Спасибо вам за ответ. Я отвечу. Спасибо, да, пожалуйста, Сергей Анатольевич, потом Константин. Да. Юрий. Техническая возможность существует. Изначально мы строили открытую платформу, которая позволяет ее наращивать необходимых размерах. А что касается финансовых возможностей, то на данный момент приоритетным является для города это строительство нового кладбища, потому что по расчетам к июлю-августу месяцу в городе негде будет делать захоронение. И потому, это я говорю уже как депутат городского совета, как член планово-бюджетной комиссии и так дальше. Потому для города сегодня приоритетным 3 миллиона выделили на камеры, и они будут установлены там, где это будет решено правоохранительными органами, рабочей группой. Мы вас привлечем к ней, не вопрос. А вот, тем не менее, приоритетно это сегодня просто, вот там с сестью, кто внимательно смотрел, там есть противоречия, но тем не менее, июле-августе месяце город подойдет уже к проблеме, где не будет захоронения. Потому вопрос номер один – это решить вопрос по строительству кладбища для города. Спасибо. Константин Иващенко. Я напомню, Сергей Анатольевич, у нас две камеры на старом кладбище на Херсонском стоят, и они уже дают некоторые результаты. К сожалению, на сегодняшний момент полиции не передана система мониторинга ситуации в реальном времени. А результат, когда там людей видели нарушение, уже был. И это было зафиксировано. Это первое. Да, оно было. Дальше эта тема, идея, как развивать систему дальше, и показала, что она имеет право, как нам предложила милиция на тот момент. Теперь к вопросу, который Вадим задал, что они разработали и всего остальное. Значит, первое, спешу напомнить, вы только что сказали 940 тысяч, 3 камеры. У нас 1 061 000, это обошлось 49 камер, 48 камер, 2 сервера и вся инфраструктура. Средняя стоимость камеры в проекте, который совокупно кабеля, сервера, все, мы тратили 21 500 гривен на камеру. Если 940 тысяч разделить на 3 камеры, которые вы предполагали, это получается, извините, 313 тысяч. Поэтому есть небольшая разница. Наша задача была в том, чтобы выполнить максимально доступными средствами, используя ресурсы города, используя городские предприятия. Вот Сергей Анатольевич делал ящики для, не лично он, к счастью, завод делал ящики. Дикий сад обеспечивал каналы связи. Это беспрецедентная акция. И НКТВ, кстати, Андрей Брошко. Они обеспечивали каналы связи. Такого мало где есть. Никто не может настолько низкую стоимость добиться. Невысокую. Реально низкая оказалась. Это не наш сленг. Хорошо, бюджета такого. Дальше. По поводу проекта, который был сделан. Псевдорабочая группа написала запросы всем силовым структурам, которые на тот момент были. МВД, СБУ, я вот не помню, МЧС. МЧС, по-моему, тоже писали. Ответила МВД, что на данный момент им было важно. И эта задача была выполнена полностью.
По поводу политических сил, которые были в рабочей группе. Требование Юрия Исаевича Гранатурова было никаких политиков в рабочей группе. И из-за этого изначально из нее Александр Федорович Сенкевич ушел из этой же рабочей группы. И Демальян сразу из-за этого вышел из рабочей группы, чтобы не было никакой политики. Единственный, кто был политик в рабочей группе, это Сергей Анатольевич. Поэтому, вот как вы говорите, не надо искажать факты, которые были реальны. Спасибо, господа. Я прошу, чтобы вот на этом поставили жирную точку уже. Никаких реваншей, никаких комментариев. Все, вот мы закончили обсуждать там, кто кому Рабинович. Потому что, вот, действительно, мы всю передачу этому посвятим. У нас еще есть два классных сюжета. И есть что сказать нашим гостям. Пожалуйста. Евгений, потом Александр. Я хотел бы уже закрыть эту тему. В каком плане? В прошлом году перед началом были разосланы предложения поучаствовать в проекте всем провайдерам, насколько я помню. Да, было. То есть это было открытое предложение для участия в проекте. Откликнулся Дикий Сад, откликнулась НКТВ. То есть в этом году планируется повторить этот же запрос. Я так думаю, я надеюсь, что другие провайдеры тоже подтянутся, то есть и внесут свой посильный вклад. Рабочая группа не является закрытым органом. То есть если есть что предложить полезного, то есть для развития системы, она тоже не закрытая, она не секретная, то есть конструкция этой системы, она достаточно открытая. Пожалуйста, не проблема. Будут ближайшие встречи рабочей группы, приходите, я вас приглашу, и мы обсудим это. По поводу 48 камер, больше ничего, четвертый месяц, дальше не движемся. Все знают о том, что бюджет, штука, которая рождается, по идее, в конце года, но обычно она рождается как раз в первый квартал каждого года, причем в муках. Работать без бюджета нельзя. Это как раз тот момент, когда мы выходим за рамки правового поля. Дима, не надо. Тем более, что сейчас как раз нам эта пауза была на пользу, позволила немножко реорганизовать силы, осмотреться, посмотреть вот этот период времени, как система себя показала. Есть замечания, которые надо устранять, поэтому сейчас, вот после принятия бюджета, нормального уже, то есть, чтобы можно было работать, эта система продолжит развиваться. Я понимаю, вот так вот все... кто не ОПАБЛОК, ждут, пока ОПАБЛОК наконец-то придет, чтобы уже с их участием принять бюджет. А если не придут, знаете, не будут, честно, не жду, будут их я обижать. Жду просто принятие бюджета. Нет, я понимаю, его приняли. Нет, просто я уже было три. Я ждал просто принятия бюджета, мне не принципиально состав. Поделебанили, правда, но приняли. Это отдельная тема, Александр. Сейчас уже все. Александр, пожалуйста, я так понимаю, что вы начинаете чувствовать себя чужим на нашем празднике жизни. Включайтесь, пожалуйста. Я повністю, цілком і повністю підтримую наміри встановити ще більшу кількість камер. Стосовно того, що на кладовищах скоюються злочини, то це так є. Люди, які намагаються нажитися на вже тілах усопших. Патрульні поліцейські патрулюють кладовища, патрулюють парки. У нас ситуація відбувається як? Спочатку парки прибирають, потім там якимось містичним образом з'являються кучі сміття. Є у нас територія біля нафтобази, це Авангардна вулиця Залізничників. Там великий пустир, який періодично прибирають, потім періодично знову накопичується сміття. Скільки там патрульні поліцейські не стоять, не чекають, нікого не бачать. Може реально туди краще поставити одну чи дві камери і не витрачати по мільйону на прибирання цієї ділянки. Потім у нас є по проспекту Миру між Південною і Васляєво будівлі, якісь, як незакінчені будівлі, навколо яких є забор. На цьому заборі різними барвами клеються об'яви. Знову ж таки, скільки патрульні поліцейські там не чергують, не витрачають час, не можемо знайти. Тобто я вважаю, що камери можна розміщувати в будь-яких місцях. В парках, на вулицях, на мостах, в будинках. Дуже багато людей, які мешкають в багатоповерхівках, кажуть, а що нам робити, у нас тут курять, у нас тут вживають наркотики. Пропонуємо створювати ОСББ, створювати свої там сервери з камерами. Тобто реально камери та відеоспостереження входять у нас ще життя такими семимильними кроками.
Ми бачимо, що супермаркети, да, вони першими були такими у нас новаторами, які вводили ці відеокамери. Той ж самий Південний Буг, Сільпо, Метро, всі ці супермаркети обладнані камерами відеоспостереження. Тобто це крок, я вважаю, необхідний. Його треба підтримувати і загальними зусиллями встановлювати ці точки, які мають підлягати цьому контролю. Тому я дуже сподіваюся на розуміння і політиків, бо поліція не має впливу до політиків. Я розумію, що і айтішники нададуть змогу використовувати найновітніші програмні забезпечення та програми. І всі ми разом зможемо створити нове місце безпечне завдяки цим камерам. Олександр, тут про вас пишуть. Який класний поліцейський. Ідеаліст, звісно, але дає надіжду. Олександр. Господа, я сьогодні виступлю адвокатом Андрія Лохматова, він буде у нас дьяволом. И буду, позволю себе немножко вас потроллить. То есть я фанатею на самом деле от IT-сферы, от того, что все присутствующие профессионалы, которые знают свое дело и действительно искренне хотят выстроить систему. Реально, я обожаю профи. Но вы хотите выстроить систему. Мы же со стороны, да, я со своей работы говорю, хочу получить результат. И привожу вам живой пример. То, что вы сделаете свою работу, я верю. Все видят вот этот вот девайс, да? Он есть у каждого присутствующего, более того, да, два аппарата на каждого жителя Украины. Все присутствующие и часть зрителей знают, что если у меня сейчас его украдут, то его местонахождение можно элементарно установить. И эта система идеально работает уже больше 10 лет. Казалось бы, все кражи мобильных телефонов бессмысленны. Ведь можно же и обнаружить, где он. Но все, кто в теме, знают, что для того, чтобы милиция... А милиция при этом раскрывает примерно 0,5% находит украденных телефонов. Да, да. Так вот, все знают, что была раньше ставка для того, чтобы полиция, милиция бывшая, занялась нахождением, установила, где твой телефон находится и забрала у вора, это стоило порядка $200. Поэтому если мой аппарат стоит $500, не имело идти смысл заплатить денег. И милиция мне находила. Мой товарищ нашел телефон, вставил свою карточку, на следующий день ему позвонили из полиции, из милиции и пригласили на беседу. Все работает. Был модный телефон. Так вот, я искренне верю, что вы выстроите систему. Искренне верю, что к Константину приходит, к Евгению приходит и будет дальше приходить. Когда будет заказ на то, чтобы найти вора, который ограбил не тот магазин. Я бы уверен, что будет приходить, когда нужно будет найти. А как вот этого предпринимателя взять за попу? Что он делает возле своего магазина такого, чтобы прийти и можно было его штрафануть? Я в этом уверен. И поэтому мы все равно возвращаемся к тому, что говорил Лохматов. И я хочу вернуться, что вы выстроите систему идеально. Но без того, что дальше с этими доказательствами будет, будет ли оно работать и на чью сторону. Потому что 10 лет работающая система нахождения по e-mail телефонов не работает в Украине, не спасает от краж телефонов. Потому что закон, закон есть. 2012 року це припинено. До этого момента милиция просто отказывалась искать. И не занималась. Еще $200 стоило, чтобы милиция нашла твой телефон. Пан Олександр, я перепрошую, припинено брати по $200 за знаходження телефону, або ж припинено розшук телефонів, бо це стало, це стало небезпечно брати $200. Як мені повідомляли, з 2012 року відбулися зміни в законодавстві, які забороняли використовувати оці от засоби пошуку імеїв та відслідкування цих телефонів. Це оборудовання стоїть, система працює до сих пор. Це не проблема. Ще раз, які... От... Цікаво запогодитися. Був прийнятий закон, який забороняв розшукувати вкрадені речі. Були зміни, які... Закон же не обов'язково. Це ж втручання. Мають свободний доступ, можливості відслідити конкретне персональне устройство. Абсолютно. Це нарушення свободи чоловіка на невмішательство в його лічну життя. Тобто для того, щоб використовувати цю систему, необхідна санкція. В принципі, вона зараз працює і знаходять. Але, опять же, санкція.
и находят и бесплатно. Так вот вопрос, еще раз я говорю, что то, что поднимает Андрей, что мы в обязательном порядке должны, и жалко, что нет народных депутатов, в первую очередь, чтобы эта система приносила пользу обществу, а не отдельно взятым милиционерам, коррупционерам, за 200 долларов, которые возьмут в виде доказательства и посадят вора. Кто им даст 200 долларов так, сейчас? Я убыл. Необходимо одновременно бороться с тем, чтобы это работало, чтобы эта система была, ну, приносила какую-то пользу, а не была сама по себе классной системой. Александр, спасибо, мы начинаем ходить по кругу, а Дмитрий сидит с поднятой рукой. Юля, Юля, Дмитрий здесь. Я хочу ответить на то, что Александр говорил. По поводу того, что каким образом можно использовать те камеры, которые, возможно, там в СМД будут установлены или там в магазинах граждан. То есть наша система как раз предполагает совершенно беспрепятственное расширение за счет камер вот таких вот людей обыкновенных, у которых много камер. Не может быть там не самого высокого качества, но сейчас большинство людей имеет доступ в сеть интернет, а камеры или, будучи аналоговыми, собирают информацию на каком-то цифровом устройстве, которое имеет доступ в интернет, это компьютер, регистратор и так далее, или же это камеры сами могут уже ходить в интернет, как вот большинство тех камер, которые используются в системе «Безопасный город», такие уже в основном в моде. Поэтому нам все, что нужно, это чтобы человек захотел, а они хотят, интернет, а он есть. И, собственно, от городских властей, в общем-то, может быть, в виде рекомендации частным предпринимателям или там СМД, или еще кому-то, каким-то государственным организациям, в виде рекомендации, пожалуйста, вот зарегистрируйте там у себя какой-то новый магазин, поставьте, если есть возможность, камеру и отправьте эти данные там туда-то. То есть, я помню, Костя рассказывал на рабочей группе, говорит, а ему говорят, а как это так, я вот тут, может, там пойду куда-то там к соседке, а камера все покажет. Не-не-не, я против. Это Сергей Анатольевич, у нас как раз один из аргументов был, но он объяснял, как это работает. То есть в туалете нет, а на фасаде, может быть, да. Понятно, спасибо. Значит, тут у нас очень много комментариев практически по каждому из участников нашей сегодняшней встречи. Люди что-нибудь высказали. Александр, вы чемпион. А вас десятка-полтора очень положительных комментариев. И сказали даже, ой, я полицейским начал улыбаться. Давайте, давайте посмотрим, что жители Николаева думают о безопасном городе, о том, насколько наш город безопасен, чего они от него ждут и насколько они верят вот, в ваши айтишные штучки. Юля разговаривала. Давайте. Сьогодні дізнаємось у миколаївців, що для них означає термін «безпечне місто», як вони ставляться до камер зовнішнього відеоспостереження та чи знають, що такі камери є у Миколаєві. Город безопасный – это город, где комфортно, удобно и спокойно всем живется, где можно вечером выйти на улицу, где не страшно маленького ребенка, чтобы он сам шел из школы, не надо его туда провожать, где безопасность на дорогах есть нормальная, потому что сейчас, по-моему, светофоры игнорируют и пешеходы, и водители. Вот, ну, в целом так. В первую очередь, безопасное место, чтобы не стреляли, не воювали. Не крали, не обіжали, це в першу чергу. А як ви ставитесь до камер зовнішнього спостереження? Ну, я лично положительно. А чи ви знаєте, що такі камери є у нас в Миколаєві? Іменно по вулиці? Не знаю. Щоб спокійно можна перейти через вулицю, спокійно ходити вечором. Ніхто тебе не трогав, мабуть. Хоча я не ходжу вечором, я пенсіонер, я сиджу вдома. Скажіть, будь ласка, а як ви ставитесь ось до камер зовнішнього спостереження? Ну, по-моєму, це хороша річ. По крайней мере, вони допомагають, якщо в розслідуванні каких-то, якщо смотриш там детектив або вот якісь передачі об этом, по-моєму, вони грають большую роль. Щоб спокійно можна було ходить по этому городу, чтобы никого бояться не надо. Це є безпечне. Безпечне місто, ну, в першу очередь, это безпечно, это мої діти, это мої внуки. Вот это термін. А як ви ставитесь до камер зовнішнього спостереження? Отрицательно. Чому? Ну, не знаю, почему это кажется каждого лично. Ну, если она находится, например, где-то внутри магазина, то это должно быть так, как много воришек у нас есть. А если она где-то в общественном в таком месте, где, то она не нужна там. Безопасный город, это как в вашем понимании должно быть? Ну, когда я спокойно хожу по улицам.
Нічого не боюсь. А як ви ставитесь до камер зовнішнього спостереження? Негативно. Безпечний город. Когда можно вечером пройти безопасно по улицам, когда не закрыты подъезды, когда лампочки горят во всех подъездах. А вы знаете, что такие камеры есть у нас в Миколаеве? В принципе, да. Город, в котором я смогу вечером спокойно прогуливаться, наверное, и не думать, что меня кто-то там за углом бахнет, да, и украдет что-нибудь. А наше место такое? Ну, не все районы, так скажем, не все. Поки йшов сюжет, Сергій Анатолійович спитав мене, ось ти цитуєш наших глядачів, а чи взагалі вони розуміють про те, що ми тут говоримо, адже тема справді складна. А виявляється, розуміють, і не тільки розуміють, а ще й питання ставлять. Отже, будь ласка, можна якісь ітоги? Скільки було потрачено грошей, скільки поставлено камер на сьогодні, плани на 16-й рік? Будь ласка. Ну, в передачі вже цифра це звучала. Что касается 2015 года, то 16. Только 2015 года, да, то установлено 48 камер и потрачено порядка суммы менее 1 100 000, там что 1 084 000, 1 064 000, что-то в этом роде. А что касается этого года, то бюджетом зафиксирована сумма 3 000 000 гривен. Вот. Сколько на нее будет поставлено камер, сегодня, наверное, еще никто не может сказать. Прямых аналогов, миллион разделить на 3, наверное, не стоит делать. Соберемся, обсудим и умножим на 48, естественно. Вот. То есть соберемся, обсудим, примем решение. Все зависит от того, в какую сторону мы начнем двигаться. Если мы начнем двигаться к другим подзадачам, это один вопрос. Если мы начнем расширять, так скажем, эту подзадачу, это другой вопрос. Соберемся, решим. И в любом случае, город выделил на данный момент суму в 3 раза больше, нежели это было в прошлом году. Дякую, Сергію Анатолійовичу. І оскільки у нас майже вже не лишилося часу, а я дуже хотів би показати один сюжет про те, як, знаєте, казали про щастя там в одній окремій квартирі чи в одному там комунізм в одній окремо взятій державі. Ось я хочу сказати, що поки ми розповідаємо про безпечне місто, у нас і кажемо про те, як ми хотіли б до нього рухатися, що треба для цього зробити, у Миколаївщині вже з'явилося безпечне село. Дуже цікаво. Подивимось. Костянтинівка, що у Новоодеському районі, наповно долучилася до програми «Безпечне місто». Хоча у даному випадку йдеться про невеличке село на півдні України. Білі хатинки, квіточі вишні та яблуні, охайні городи та чисті вулиці. Здається, у цьому тихому куточку нічого поганого статися не може. Але перше враження не завжди відповідає дійсності. Наші люди шкоди не роблять. Наші люди живуть нормально. Ви знаєте, нас з усіх сторон окружають кооперативні дачні участки. А там ви ж знаєте самі, що твориться. Всі з'їжджаються з усієї області, всі люди, і кримінал, і все, п'янки. А потім куди? В село. І в селі вони наводять порядок, не той, що належить. Ми реагуємо відповідально. Отже, за наведення ладу взялися відповідально. З урахуванням інновацій, технічного прогресу та людського фактору. Спочатку створили громадське об'єднання з охорони правопорядку, до якого війшли мисливці. Люди відповідальні, надійні, які мають право на зберігання зброї. Телефонні номери місцевих шерифів роздруковані та поширені, щоб жителі могли цілодобово звертатися за потребою. А 2 тижні тому встановили камери зовнішнього відеоспостереження, які транслюють зображення з багатолюдних куточків Костянтинівки – біля клубу, на дитячому майданчику, центральної вулиці та інших. Ініціатором таких нововведень став сільський голова. На загальних зборах ми створили громадське об'єднання, в яке входить 15 членів цього об'єднання. І другим етапом, звичайно, це було встановлення відеонагляду в селі. Значить, на минулому пленарному засіданні прийняли рішення і виділили кошти сільської ради на придбання такого обладнання. Зараз ми з вами бачимо, що це обладнання все закуплене і вже змонтовано. Таким чином усі бажаючі можуть слідкувати за життям рідного села. А коли камера з'явиться у дворі дитячого садочка, мами матимуть змогу спостерігати за тим, як граються та спілкуються з однолітками їх малечі. Жителі Костянтинівки оцінили технічний прогрес, але його можливості влаштовують не всіх.
А как вы относитесь к тому, что появились видеокамеры наблюдения наружного? Ну, с одной стороны, не дуже интересно, но для людей это хорошо. А что? Ну, на речку сходить, может, ночью надо, может, там, до девчонки сходить. А все будут смотреть там? Ну, не все, конечно, ну, определенные лица. Я считаю, что это, конечно, хорошая защита и людям, ну, как сельским жителям, и более-менее, как говорится, а предупреждение для плохих, как говорится, на руку людей, естественно, что это будет, как бы, может, кого-то задержит. Священник отець Артемій теж вважає, що нововведення сільського голови підуть на користь його парафіянам. Церков і православний мир ставиться к этому только позитивно. В том плане, что все-таки человек как бы не будет делать всякое беззаконие, не будет согрешать грехи, вот, потому что он будет знать, что есть суд Божий и есть суд державный. Сільський голова не збирається почивати на лаврах, а ставить перед собою нові завдання задля поліпшення життя у Костянтинівці. Проведене вуличне освітлення, розпочата реконструкція водогону та доріг. А до дня села, який визначатиме 12 вересня, відреставрують концертну залу у клубі, занедбану ще з 90-х років. Отже, як ми домовлялися, панове, по 20 секунд тим, хто хоче з цього боку, і по хвилині тут. Пане Вадиме, будь ласка. Буквально ще коротко. Перше, ну, я думаю, надо подвести черту и сказать то, что ну, безопасный город – это не только видеонаблюдение. Да, это очень много аспектов, которые с этим связаны. И хотел задать такой вопрос. Подумали ли вы, знаете ли вы, что есть такой закон о защите информации? Насколько, есть ли какие-то критерии привлечения так, ну, наших провайдеров, которые работают в этой сфере? Насколько законно будет использовать их транспортные потоки? Насколько они защищены с точки зрения, вы знаете, у нас там война, есть в СБУ антитеррористический центр, у них и свои требования очень серьезные. Ну, это в ту тему, что почему была как элемент своя сеть нужна была. Потому что ее надо было, в первую очередь, защитить от несанкционированного проникновения, то, чтобы ее не хакнули, чтобы она не легла и так далее и подобное. Вот такие вот. Спасибо, Вадим. Пожалуйста, Дмитрий. И потом сейчас на вашу сторону мячик перейдет. Пожалуйста. Я очень коротко отвечу. Эта система защищена, защищена очень надежно. Если вам интересно, я вам расскажу это после передачи. Я хочу сказать о том, что для меня все-таки важен результат и способы его достижения. И как пример я хочу привести то, что в горсовете мы по решению мэра, не встречая вообще никаких бюрократических препятствий, очень быстро, в течение буквально недели, развернули систему из 4 камер, которые вещают в сеть, ну, через YouTube, и все желающие могут ее посмотреть. Я надеюсь, что журналистам это интересно, и многие из них об этом знают. Так вот, это делалось все, и это делается абсолютно бесплатными какими-то средствами, полный интернет этих средств. Поэтому, если хочется что-то сделать, мы просто берем и делаем. У нас полно вокруг инструментов, и отговорки не принимаются ни в каком виде. Спасибо, Дмитрий. И, господа, у вас по минуте для того, чтобы закончить программу. Сергей Анатольевич. Есть предложение слово дать полицейскому, так как я начинал, я закончу. Хорошо. Александр, пан Олександр, будь ласка. Дякую вам, Сергій. Я хотів би сказати, що безпечне місце починається не з відеокамери, а від того, як ми виховуємо своїх дітей, як діти поважають своїх батьків, як поважають сусідів по під'їзду і так далі. То, громадяни, якщо ви бажаєте жити в безпечному місці, то, будь ласка, живіть в ньому, виховуйте своїх дітей, щоб вони не порушували закони, щоб вони поважали закони, щоб вони поважали поліцейських, людей з досвідом поважали. І тоді наше місто стане безпечним і без відеокамер. Ну, а якщо ми зараз не можемо дати собі ладу, то треба використовувати технічні новинки, які використовують увесь світ. Це, мабуть, так, ну, як казав Женька. Дякую, Олександре. Дякую. Дякую, будь ласка, Євгене. Хотел бы прокомментировать Дмитрия немножко. То есть Дмитрий с его бурными инициативами мы все-таки успели подхватить и сопроводить в правовом поле. То есть все, что он сделал, оно было должным образом оформлено. Сейчас он отработал как IT-волонтер. В дальнейшем город берет эти наработки и дальше уже будем отрабатывать самостоятельно. И снимем эту нагрузку с Дмитрия, не будем отвлекать его на работе. По поводу безопасности.
Как одна из ремарок, одно из условий работы с провайдерами в рамках данной системы, это было подписание соглашения о качестве предоставления услуг. То есть, как вы знаете, это соглашение описывает не только количество, время работы, время ремонта и так далее, описывает много других моментов. То есть, как раз вот в рамках этих вещей оговариваются нюансы по доступу к системе. Система имеет гибридную структуру, то есть часть используется транспортно-провайдерского, часть собственного. К системе самого хранения и просмотра у провайдеров доступа как такового нет. То есть, из-за нее идет присмотр. То есть, у СБУ на данный момент времени претензий не было. Спасибо, спасибо, Евгений. Сергей Анатольевич, пожалуйста. Я хотел бы сказать следующее для телезрителей в большей степени, что в городе есть соответствующий интеллектуальный потенциал, который способен решить любую задачу, которую нужно решить в контексте безопасного города или в целом электронного города. Есть светлые головы, и я думаю, что мы с этой задачей совместно справимся. А что касается жителей, то я думаю, что полицейский сегодня здесь присутствующий сказал, так скажем, золотые слова. Я думаю, это главное для всех нас, жителей. Вот. А третье, мы говорили уже в этой студии, что нужно учиться нам всем жить по закону, и тогда город будет безопасный, тогда САП будет свесть, ну и дальше там... как поэт сказал, вот так приблизительно. Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть. Так что я думаю, что, в общем-то, наверное, правильно говорил Александр о том, что пока такие люди в стране советской есть, то, наверное, надо ставить камеры. Дякую, панове, що були з нами. Ну, тоді ще не було рідної України, коли Маяковський писав ці вірші. Принаймні, у нього не було. Дякую, що були з нами. Ми дуже сподіваємося, що сьогоднішня програма була вам корисною. І незважаючи на те, що тут багато складних речей обговорювалося, навіть певні, так би мовити, міжкорпоративні інтереси були обговорені також. Все ж таки, мені хочеться вірити, що ви щось більше зрозуміли, шановні глядачі, про наше місто, про те, як будується його безпека, про те, хто відповідає за цю безпеку на різних рівнях. І, можливо, усвідомлюючи те, що, як сказав Олександр, кожна людина, кожен з нас, кожен городянин справді відповідальний за те, щоб ми жили у самому безпечному місті, ну, якщо ви цю програму подивитесь і отримаєте такий для себе висновок, то, напевно, що вже завтра наше місто стане хоч трохи безпечнішим. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного четверга. На все добре.